Всем привет! С вами Полина Холла. Чем бы хотела вам показать и рассказать обзор на заказ от интернет-магазина Ifrashe. Мы с мамой заказали достаточно много гелей, и нам в подарок вот это вот все дали. Сегодня я вам обязательно все поближе покажу. Кому интересно, оставайтесь со мной. Ну а мы начинаем. Итак, давайте, наверное, начнем с гелей для душа, то есть то, что изначально мы покупали с мамой. Итак, первый гель для душа это с арбузом, он вот так выглядит, такой красненький, очень приятно пахнет арбузом, уже достаточно давно мы покупаем такие гели, нам они очень нравятся. Потом еще гель для душа, это у нас апельсин, вот так выглядит, такой оранжевый гель для душа. Тоже достаточно приятно пахнет апельсином, но все же это как бы на любителей. Я вот не особо люблю апельсин, и мне не особо нравится этот гель, как пахнет, как я уже сказала, на любителей. Потом еще один гель для душа Иланг Иланг. Вот этот гель очень приятно пахнет, мне он нравится. Еще три одинаковых геля для душа с кофе. Покажу только один гель для душа. Вот так выглядит. Тоже на любителей, кто любит кофе или же кто любит запах кофе, то вот это для вас гель для душа. Я как бы не пью еще кофе, но вот как пахнет кофе, мне нравится. И гель для душа тоже мне такой очень нравится. Потом два одинаковых тоже геля для душа, только уже это у нас зеленый лимон Мексики. Такой вот достаточно тоже приятно пахнет этот гель для душа. И вообще эти гели, они достаточно намного их хватает, и вообще приятно пахнут, не каким-то таким химикатом, а именно вот приятно пахнет. И последний гель для душа, это цветок хлопка Индии, тоже очень приятно так нежно пахнет, и хороший гель для душа. В принципе, все гели, которые мы заказывали с мамой, они нам очень нравятся, мы их советуем. Итак, ну а теперь давайте перейдем к подаркам. И первый подарок, который я вам сейчас покажу, это шампунь для волос Жожоба. Вот так он выглядит, такой небольшой шампунь, но это как бы все подарочки, они мини, небольшие, а именно маленькие. И вот так выглядит, значит, сам шампунь, поближе вам покажу его. Тут 50 мл, как написано. И есть также наклеечка, где написано то, что шампунь для восстановления Жожоба. Вот, но на самом деле он очень приятно, в принципе, пахнет, и не знаем мы с мамой, хороший он или нет, потому что еще не пробовали его, но надеемся, будет хороший. Далее я вам покажу, это крем для рук, вот так он выглядит, 25 лет в России, очень вообще он приятно пахнет, манго, достаточно жидкий сам крем, но он очень приятно пахнет и увлажняет руки, 50 мл. И на обратной стороне вот так выглядит. Тут уже нет такой наклеечки, как вот, например, на самом шампуне. Вот так выглядит, если открыть. Тут вот беленькая такая жидкость будет. Следующее, что вам покажу, это бальзам для тела. Такой вот небольшой бальзам. Тут он с мандарином, 30 мл. На обратной стороне тут есть наклеечка. Вот, в принципе, тут очень... такой вот маленький шрифт, но если вы что-то видите, можете прочитать. Тут мандарин, лимон и кедр, как написано. Следующее, что вам покажу, это подводка, она сиреневым цветом. И, ну, в принципе, пока не открывала мама этот карандаш, не знает, хороший он или нет, но, надеемся, будет хороший. Следующее, что вам покажу, это два пробника. Первый пробник с духами, еще положили пробник с кремом. Вот. Ну а далее я вам покажу, это пробники с духами. Значит, первые духи вот так выглядят, аккорд шик написано, Ifrashe. На самом деле, вот как по мне, так приятно пахнут эти духи, а вот маме не особо понравились они. Конечно, это для взрослых духи, но все равно мне они очень понравились. И тут 5 мл всего, в такой вот коробочке небольшой все пришло. Тоже аккорд шик написано. Тут есть такая вот бумажка, вот, можете прочитать.
Ну и последние духи. Эти духи, они достаточно тоже, как по мне, так приятно пахнут. Маме они тоже понравились. Ну и, в принципе, они хорошие. Далее еще такая вот коробочка была вместе с этими духами. Тоже Нерли тут написано. Ну и, в принципе, все насчет этой коробочки. Ну, тут есть наклеечка такая небольшая. Правда, тут вообще вам будет ничего не понятно. Но я вам сказала, как называются эти духи чарующие Нерли. Ну, в принципе, на этом было все. Надеюсь, вам понравилось это видео. На этом было все. Всем пока.